Друзья мои, помнится, несколько дней назад, не далее как вчера, я занимался поиском домика на Тормахова 3А. И вот пока я его искал, выбрал на улицу Сьянова. И знаете, эта улица меня, так сказать, поразила. Посмотрите, какие шикарные домики. Да, они еще не доделаны до конца, но тут 100% будет классно. Я не знаю, сдаются они или нет. Вот этот, наверное, 100% сдается. Да и тут тоже сдается Сергеянова 34. Если посмотрите по адресам, так-то их не видно. Но прикольно. Смотрите, какой райончик. Вот красивый дом. Классный. Я посмотрю. О, красота просто вообще. Просто картинка и сказка. И тротуарчик есть, и все. Здорово, да? Ну, дорогу, я думаю, сделаю. Ют. Как только все закончится, строительство вообще. Вообще обалденно. Там вон и баскетбольная площадка даже есть перед домом, смотрите. Ну, Тормахова 25. Тормахова Сырьянова, блин, я путаюсь. Мандарин называется. Посмотрите, кому интересно. Вот шикарный домик строится. Я не знаю, домик это или особняк уже. Единственная проблема здесь у них пока еще это дорога. Но что-то мне подсказывает, что все это решится. В кратчайшие сроки причем. Когда закончится стройка и все. Вот какая должна быть Лазаревская. Вот. Домик, красота, пальмочки. А тут лесенка, смотрите какая. Ну сказка. Сказка просто, ну, сделать только осталось. Тротуарчик и единый бордюрчик. Но. Честно говоря, я сюда ехал ради того, чтобы показать вам эти дома. Уж больно они мне приглянулись. А смотрите, терраска вон на втором этаже. Внизу, видимо, какая-то кухонька там. А вверху терраска. Сьянова 8. Красивые два домика. Вообще. Ну, пойдемте. Этим путем я вчера бегал. Кстати, помните, вчера был град какой? А сегодня уже все, солнышко. Прямо аж светит в глаза. Застраивают и застраивают аэродром. Видите, тут уже Тормахова 9. Кто нарезал эти улицы, я не знаю. Тоже беседочка у нас есть во дворе. Ну, явно, что сдается. Тормахова 22, давайте пойдемте туда. О, тут какой проход. Тоже можно было бы сделать арочками. Что-нибудь такое интересное, красивое, с лавочками. И арочками. Ну, даже проезд можно было сделать, в принципе. Хотя он тут, наверное, нежелателен для местных жителей, как вы понимаете. Вот домики красивые, смотрите. Все это Тормахова. Сервис Юг ККМ. Это же многоквартирный дом. Тут тоже живут люди, как говорится. Реклама дельфинов. Ладненько. Солнце светит прямо в глаз. Наверное, я уже буду включаться. Да? Ну, не видно ничего. Я вынужден просто под боком уже глаза
О, вот тоже интересный турм, смотри. Ладненько, ребят, давайте пока, а то свет все равно ничего не видно.